День добрый, друзья. Сегодня у меня 4-й айфон. И не включается он. Сейчас я вам покажу, как решить эту проблему. Одна из самых частых проблем на этой модели. Замыкает телефон, греется, батарейка мертвая. Так, я его уже разобрал. Снимаем разъем батареи. Вот у нас разъем. Покажу, в чем проблема. Соединяем минус, плюс. Замыкания нет. Далее соединяем к блоку питания. Плюс и минус. Смотрим на показания блока питания. Сейчас я вам покажу. Соединил. Пожалуйста. Блок питания у нас, видите, да? Происходит замыкание на плате. Пускаем. Вопрос решается очень быстро. Так же, как я показывал в прошлом своем видео на Galaxy 2. Открываем защитный экран, где у нас находится контроллер заряда. Вот. Если сейчас подсоединить батарейку заряженную и оставить включенным, то есть нажать на кнопку включения, то контроллер будет нагреваться очень сильно. Так что до него нельзя будет даже дотронуться. Здесь у нас находится один дополнительный конденсатор. Вот я вам покажу поближе. Вот он. Вам нужно будет его просто удалить вот так вот. Удалили. Вот он, видите. Не могу понять, куда он вывалился у меня. Вот он. Видите, я его удалил, то есть остались пятаки только. Покажу поближе. Вот он, вот здесь он находился. Мы его удалили. Закрываем защитный экран контроллера заряда. Соединяем к блоку питания. Плюс, минус. Вот я вам сейчас покажу. Проблема исчезла. Вы видите, по нулям. То есть телефон не потребляет никакой энергии. Включаем. Ставим батарейку. Включаем зарядку. Батарейка появилась, видите, оставьте на подзарядке, и минут через 10-15 телефон начнет работать. Очень много проблем именно с четвертыми айфонами.
вы можете решить буквально за 2-3 минуты. Итак, всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. И удачного дня!